Погнали? Да, Это, в погнали. смысле, кинули вызов по минутке? Да, кинули. Веселые минутки, мы создали ник. Ну и сейчас будем биться. Нажми отслеживать, может, найдем кого-нибудь. Никого нет. Вот есть Вот пуля, а это наш, да? это есть без рейтинга, это без рейтинга. Синенькая — это без рейтинга? Нет, если здесь не написано «да», то А, это безрейтинговое. вот пульт, а это наш вызов. И что, нас сейчас никто не придет? Отличное Я начало. буду подождать 12 часов. Нет, ну вот приняли наш вызов уже Окей, просто. погнали. Ну а пока можете в комментариях написать, сколько будет побед подряд. 1159, я думаю, ты справишься. Имейте в виду, что я играю совершенно расслабленно, потому что в противном случае марафон не выдержит. Поэтому ставлю, что будет одна победа подряд. Ну вот с этим соперником одна победа подряд. Да. Ну, кстати, И пока причем неплохо для там пока 1000. разумно разыгрывать дебют. Слушай, отличный парень. Мне нравится. Так. А чё ж не на E4? Зачем? Я хочу пешку съесть. Много хочешь, много получишь. ЕДМ. Ну, он хорош вообще-то. Какой еще шахматист? Рвет и мечет прям. Напоминает одну программу, которую ты мне недавно показал. Да, да. Слушай, ну он прям вообще бог этой игры. Не, ну серьезно, просто идет и ставит мат. Что тут скажешь? Прям, ну, мне кажется, это один из наших зрителей, на самом деле. Я не думаю. Так, ну гоним, гоним мы. Так, конь Т4. Ну, уже мы очень много времени завезли здесь, конечно. Говорить не о чем. Да бей все, меняй просто, я руби флаг. Нет, надо играть в шахмат. Да, надо есть ферзей на F5. А как же? Отлично. Ты доволен? Что получилось? Лишняя пешка у черных? Две. По-моему, именно так надо обыгрывать 1100. Получать лишнюю пешку? Да. Че ж ты делаешь? Пойди, блин, E5. Согласен. Почему у тебя 17 секунд осталось? Плюс 2, да ты хорош. Ну, еще 1000 партий, у нас будет неплохой рейтинг. Давай поставим формулу все-таки. Ну, конечно. Поставь 1500 там, 1600 и больше. Все, погнали, ждем. Вот есть пуля 1800, прямо быстрее. Чтоб такой сильного соперника могут забрать. 2100 отказал. Дядя Володя. Дядя Вова. Дядя Володя поймал. Вот еще вон, 1800, да есть же. Да, но если нажмут, то опять что-то произойдет не то. Давай нажимай. Партия начинается. Дядя Володя. Зайцем. По 5 минут. Да, так по 5 минут, почему-то. Хотя ты вот на вызов нажал, да? Да, поэтому делаем так. И ждем. О, наши люди. Я недавно отвозил Данила на Личесе. Зачем мы дали вору 7 секунд, объясни мне. Не знаю. Да, он играет этот каракан тупейший. Че это называется славянка? Да. Это то, что я рекомендую в своих видео, поэтому попрошу вас держаться. Оценок и суждений. Не, ну Даня... Да, нам тут, знаешь, что напомнили. Осталось 11 часов 56 минут, как тебе? Новость. Не, ну теперь уже убил хорошо. Да, пожалуй. Е6. Тут уже мат идет, нет, блядь. Где-то должен быть, я пока не вижу где. Да, поэтому буду повторять ходы. Но уже ферзь Е8 сидит, ферзь Д7. Надеюсь, он Е6. Там конем закроется. Висит ладья, частично. Закрылся. Ну, тебя снесут флаг, здесь совсем все ясно. Не думаю. Ты решил поменять слонов. Блин, всего лишний конь, это очень мало. Меняем ферзей. Это наш путь к успеху в этом марафоне. Меняем ладьи. Любой ценой. Ну давай, покажи технику. Техника предаться.
Король куда-то идет там. Пешку проводили. Мат один. Ферзь h5, король h5 будет сыгран. Да, я не буду понимать. Я не отпущу, я понимаю. О, подняли 30 пунктов. Пойдет. Приятно. Ох, спасибо. Спасибо Данилу за 30, партию. 30 пунктов это сильно. Кстати, твой чат не умеет показывать, сколько людей нас Сейчас, смотрит. тут сейчас начнется, я уже понимаю. Я ничего не могу с ним сделать, только добавлять черный список. Проблема. Ну так и сделаю, если продолжится на самом деле. Наш 4, наверное. Платик 2003. Да, угадайте, кто это, что он говорит. Кстати, потом он писал мне, что он болеет, так что... Чем? Ну, не заболевает, что я не знаю, каким гриппом, наверное. Так что пожелаем ему справиться быстрее. Слушай, болезнь летом, я не знаю. Очень тяжело. Ты матч будешь давать? Сейчас коням до перевести, будет все хорошо. На E4? Да, это моя цель по жизни. У нас появился новый подписчик. Отлично. Это очень приятная новость. Ну да, бей. Да, дорогие друзья, я наконец-то дорвался до чата. Нашего вот этого чата, поэтому вы можете писать мне что-нибудь писать, и я буду отвечать. F5. Забыл про главную цель по жизни. Значит, ты коня-то не ешь шахом. Ну, фигзель надо поменять, как ты не понимаешь. Все поменять. Даня силен. Все меняем. Так, ну чего у нас здесь? Ну, мы близки, мы близки к размену всех фигур. Отлично. Сейчас чувствую, вот они поменяются уже. Уже совсем скоро. Мат один. Так, ну... Да, это будет последнее здание. Следующее, или это была? Это была последняя. Серега Сорохтин тут что-то кого-то банит уже с утра. Ты вообще спишь, мужик? Да, вдруг вот Даня захочет попозже поиграть. Вот это тоже наш шахматист, да? Давай, поиграем. Причем довольно сильный, по-моему. Есть вот уже новый ник. А, мне кажется, это Роман Котомчин. Вот это откуда знаешь? Ну все, на самом деле это явно был секрет, но теперь он раскрыт. Потому что я играл с этим шахматистом в недавнем юниорском турнире, про который я тебе рассказывал. Да, да. Меня заставили в нем сыграть. Кто? А кто? Дети? Дети Феникс. Дети Феникс. Неплохо звучит, да? Дети Феникс, да. Так, чё, ну... нет времени уже? Так неинтересно. Тебе сейчас просто ман дадут. Кто? Кем? Роман. Фигурой. Какой фигурой? То есть я еще должен загадать, какую фигуру он тебе ман. Да, угадай, какой фигурой меня сбытует. У нас отличный слон. Чё у нас так мало времени? Потому что ты тормоз, логично. Ну да. Все, слышишь, все честно. Ферзь g2 нужен, тонкий ход. Ферзь g2 быстрее. Да ферзь g2, что ты же слышишь, что делаешь? Иду вперед. По-моему, очень в твоем стиле. Сейчас я загнусь на f5. Тоже в твоем стиле, в общем. F6, F, ну, F6 нужен. А вот сейчас ты пошел ферзь g2, очень тупо. У нас работало. А, да. Забыл поменять ферзей, теперь я проиграю. Ну, то честно. Что, лишняя ладья, что ли? Да. Так. Ты же не отвяжешься-то никак.
короче, Было грамотно. ты видишь, да, что людям не видно рейтинга соперников. Мы можем его озвучивать, ничего интересного в этом нет. Почему не видно? Нет, он имеет в виду про вот эту надпись, которую мы создали. Выше, чуть-чуть выше чата. А, мы играем против человека под ником... Я не банан, который переводится дословно «я не банан». Я не знаю, может, какой-то...